достаточно хорошем состоянии, которые нуждались в реконструкции. Вот. И вы спросите, ну при чем тут концессия, да, если реконструкция вагонов – это подвижной состав, это не объект недвижимости. А при том, что структура предлагалась такая, что вы нам отдаете эти вагоны в лизинг, да, мы их ремонтируем, после этого возвращаем вам новые вагоны. С чем столкнулись? Столкнулись с тем, что вагоны находятся на балансе предприятия метро, да? И если мы передаем на баланс лизинговой компании, то вы понимаете, что остаточная стоимость ложится в виде убытка на баланс предприятия метро. Да? Этот убыток, в общем, органы власти боялись признать как необоснованная растрата бюджетных средств. Вот. Ну или вообще казны имущественные. Да? Соответственно, что решили сделать? Плюс, кроме того, что надо было отремонтировать 23 вагона, надо было еще отремонтировать депо. Оно холодное, надо было его сделать теплым, чтобы там, собственно говоря, могло осуществляться обслуживание данных вагонов. Раз в этой схеме участвовал Сбербанк Лизинг, в переговорах очень активно участвовал Сбербанк Лизинг, они хотели забрать себе этот ремонт, да, вагон. Что решили сделать? Решили структурировать сделку таким образом, что Сбербанк Лизинг выступил в роли концессионера в данном случае. Вот это такая совсем нетиповая сделка, когда Сбербанк Лизинг выступает концессионером. Объектом соглашения является депо, а деятельностью, в виде эксплуатации, является осуществление ремонта вагонов. Вот. То есть это, чтобы избежать рисков, да, о которых вот мы говорили, в общем, правительство Нижегородской области и Нижнего Новгорода обратилось перед объявлением конкурса в прокуратуру, да, приложив текст соглашения, и ФАС, также приложив текст соглашения, и получили разъяснение о легитимности данной сделки. То есть им разъяснили, что сделка имеет место быть, что она законна, что претензий со стороны... Ну, конечно, там не было прописано, что претензий не будет, но было прописано, что они эту сделку считают легитимной. Соответственно, заключилось концессионное соглашение между Сбербанк-Лизингом и городом Нижний Новгород. Вот, собственно говоря. Так. Нет, это не оно. Между презентациями научилась переключать. Ну, метро не хватало средств на финансирование всех этих работ, да? Да. То есть здесь тоже была структура платы концедента. Платежный механизм – это была плата концедента. То есть понятно, что за это платил бюджет. Да, вот это. Да, заплатит. Ну и, соответственно, заключается концессионное соглашение между Сбербанк-Лизингом и Нижним Новгородом и кредитное соглашение между Сбербанком и Сбербанк-Лизингом. При этом, так как Сбербанк-Лизинг – это подконтрольная организация на 100% банку, мы не стали требовать собственного участия. То есть обычно классическое проектное финансирование подразумевает 20-30% собственного участия. Чтобы, собственно говоря, интерес был не только у банка дойти до конца с проектом, но и, собственно, шкурный интерес у инвестора дойти до конца с этим же проектом. Да? Здесь Сбербанк Лизинг является дочерней организацией, подконтрольной банку. Банк, по сути, является принимающим решением, поэтому здесь не предполагалось собственное участие, мы финансировали сделку на 100%. Подрядчиком по ремонту вагонов метро выступила также дочерняя организация Сбербанка, ипотечная компания. Реально название ОИС? Да. Он ремонтирует депо, да? Да, он делает теплым депо. И, соответственно, Трансмашхолдинг выступил подрядчиком по капитально-восстановительному ремонту вагонов метро.
Соответственно, какие были преимущества этой сделки, да? Во-первых, первая задача, которая решалась, как я уже сказала, это то, что остаточная стоимость вагона, ну, то, что мы сохраняли вагоны на балансе метрополитена Нижегородского, и то, что мы не получали убыток при переходе права собственности. Сейчас с этой проблемой, собственно говоря, вот сталкиваются многие организации, которые сидят на договоре аренды, произвели отделимые и неотделимые улучшения, да, и не знают, как выбраться из договора аренды правильно и вернуться в концессию, скажем так. Потому что неотделимые и отделимые улучшения у них на балансе, а для того, чтобы зайти в концессию, надо взять имущество все это и передать в город. А если они передают это в казну, то у них они вынуждены на свой баланс поставить убыток и остаточную стоимость. Вот. Собственно, выход был из этой ситуации. Второе, это Нижний Новгород не увеличил долг. То есть был же вариант привлечь деньги в виде коммерческих кредитов, правильно? Но есть также ограничение Минфина о том, что соглашение, собственно говоря, о неувеличении долга. Собственно говоря, концессия позволила решить и эту проблему также. И плюс еще отремонтировали 26 вагонов. И, собственно говоря, 26 старых вагонов отремонтировали за 600 миллионов рублей, а стоимость новых вагонов 26 составила бы 1,5 миллиарда. То есть, по идее, мы получаем те же самые вагоны, да? Но понятно, что они не те же самые. На них можно ездить, но практически в 3 раза дешевле. Были проверены подрядчики, и что стоит отметить, что к этой концессии привлекались внешние консультанты к разработке соглашения, Ну, по итогам мы работали с внешними консультантами, мы поняли, что мы даже и без внешних консультантов справились. Затронули тему внешних консультантов. А вот вам, особенно как агентство инвестиционного развития, очень правильно на каких-то этапах правильно привлекать консультантов с одним лишь условием, что в момент работы с ними вы будете способны накапливать у себя весь тот опыт, который вам передадут. Консультанты ничего за вас не сделают. Вот вообще ничего. Но консультанты знают, как это было сделано вот там-то и там-то. И они могут предложить вам очень широкий спектр вариантов решений. Вот как я вам говорю, мы там-то сделали то-то, а здесь сделали это. Если вы этот опыт у себя аккумулируете, то потихонечку, понемножечку, а я просто в Санкт-Петербурге возглавлял агентство технических инвестиций. Это то самое подразделение, аналогично вашему, да, которое отвечает за привлечение инвестиционного развития инвестиционного рынка и заказчиков в том числе. Вот наша задача на самом конце этапа, кстати, я скажу вам даже, консультанты по проекте Укрова стоили городу около 150 миллионов рублей в совокупности. Но интересно, что первая часть платежа, которую выплатил частный партнер в рамках соглашения, это была компенсация затрат города за привлечение консультантов, которые вы получите. Пожалуйста, представляйте свои консультанты соглашения, какие условия. Особенно если есть источники выплаты, это не только бюджет, тогда вы всегда можете ставить такое условие. Но самое важное было, что мы все эти сведения, которые получили, то, что это международный, мы скопили у себя, сформировали компетенции. И все дальнейшие проекты мы, если не привлекали кого-то, ну, от силы там налоговый консультант, технический консультант каждый раз привлекается, потому что у вас нет опыта. Нельзя быть опытным во всех сферах деятельности, в строительстве школ и в строительстве аэропортов и так далее. Это техническое, но, к счастью, самый дешевый из всех, то есть это непривлекаемый из юристов, то есть. Но на начальном этапе времени без консультантов никуда не деться. Теперь, как строить отношения с консультантом? Вот, когда там был 2008-2007 год, все это было в новинку, консультанты дрались у нас как сумасшедшие деньги за работу. И оплата у них почасовая. То есть он сидит, там у нас управляет, денежки идут. Сейчас практически все консультанты, включая финансовые, кредитные, готовы работать в условиях, так называемых, success fee. То есть они готовы получать оплату.
оплату, если даже не полностью, по крайней мере, процентов 50, а уже 70% своей оплаты за достижение результата. И даже в рамках постконтракта нам удавалось структурировать такие отношения, то есть нам удавалось сказать следующее, что прием работ осуществляется в случае, если не просто подготовлены документы, а если документы утверждены, заключено конституционное соглашение. То есть вы можете подтвердить, если заключено, то что вас довел до финала, и у вас сложилась история заключения собственности, только тогда вы ему заплатите за его результат. При этом в самом конституционном соглашении сразу пишется, да, что первый платеж от концессионера – это компенсация моих затрат на подготовку проекта. Вот эта история, она часто как бы лежит вне поля подготовки проекта. Но на самом деле я говорю, что консультации не такие дорогие. Вот. Я не знаю, сколько, не помню, сколько здесь стоило, но, допустим, по школам мы видим, что местные товарищи приглашали к себе, ну, то есть местные товарищи застройщики приглашали к себе консультантов для подготовки проекта там, по школам. Да, они готовились на базе коробок, еще что-то. В пределе сумма составляла там 2-2,5 миллиона рублей. Если учитывать, что проект почти не миллиард, это не такая большая величина. И это разумно, да, было, потому что консультанты подготовили на всех этапах сложные задачи. При этом я видел, что условия были такие. Значит, что-то там было, там, типа 500 тысяч рублей в момент заключения всего соглашения, второе соглашение о консультировании, еще там 1,5 миллиона рублей в момент, когда подписано консультационное соглашение, еще часть, когда получили кредит. Вот условия работы с консультантом. И я вам очень рекомендую хотя бы для первых проектов изыскать средства, изыскать, соответственно, консультантов, но вести с ними отношения на основе вот такого success fee. Полезно. Можно уточнить еще вопрос? Конечно. Смотрите, а если получение кредита, это же многостороннюю сделку, не всегда зависящая только от профессиональных консультантов, да? Если кредитная сделка развалилась по форс-мажору или независимому причину, то есть консультант не получит остаток? Не получит. А если концессионная сделка развалилась из-за того, что, ну, скажем, концессионер запер, ты решил просто лучше? Концессионер запер? Нет, примерно. Нет, наверное, если, я думаю, что консультант сделал договор, что если концессионер отказался заключать конституционное соглашение, что все готовы, Вот за публичного партнера действительно никто отвечать не может. Но консультант сегодня готов принимать на себя эти риски. Особенно опытные товарищи, которые уже имеют опыт работы с публичной стороной, понимают, на что публичная сторона готова, а на что не готова, и они обычно сразу вперед заявляют, так, давайте так, если это там условно, документ а-ля коробка Сбербанка, и вот это я готов добиться, а вот это опционально, его может не быть. Тогда консультант уже, в принципе, заранее знает, на что он. Ну, часть своей маржи получает, неся риски за всех участников. Абсолютно верно, да. Ну, я так сказать, по-другому мы сегодня работаем. Потому что никто не хочет платить за доверяние в массу и за уплату. Это очень правильный подход с точки зрения, если мы там знаем твою об этом заранее. Кстати, интересно, что в Питере на начальном этапе первым консультантом был Warfare. И он обслуживал Санкт-Петербург в течение нескольких лет по одному контракту на общую сумму ЗСД, Булку и так далее, то есть кучу проектов. И сумма была за три первых годовых всего 10 тысяч долларов. В тот момент времени это смешная сумма. Я никак не мог понять, как вот они так командировку присылали, там суперспециалисты, целые команды приезжают. За что? Какие? Оказалось, что на самом деле, будучи правительственным соглашением, мы являемся учредителем мирового банка. Чего-то доплатят, и МРТИ, и другие международные финансовые институты. И они за это обязаны нанимать для нас консультантов в целях, соответственно, пропаганды и вот развития ДЧП, инвестиционной активности на фотографии. Поэтому посмотрите, на самом деле, финансовые институты, какое-то количество, типа Евразийский банк развития и так далее, и тому подобное. И возможно, что на межправительственном уровне правительства можно было бы об этом договориться. Даже тот же ВЭР, какой банк развития, он коммерческий банк. Мы его, как страна, и мы все налогоплательщики, его финансируем. Почему бы ему не послужить? Нам совершенно конкретная вещь. Я знаю, что у него есть.
есть такая программа, вот это проект. И это один из механизмов такого работы над подготовкой проекта. У них, по-моему, есть центр проектного финансирования, точка ВЭФ. Но они, конечно, организации. Тем не менее, у них есть задача по бесплатному. Ну, то есть бесплатно ничего не бывает, да, а по взять на себя затрат по подготовке проекта. То есть, если вы пришли, я понимаю, что с муниципальным проектом реально придет сюда. Но если вы пришли с проектом региональным уровнем, влияющим на хотя бы 200 тысяч населения, да, несущие как бы стране там, огромные выгоды и возможность тиражирования этого проекта на другие регионы, мне кажется, что вы можете там в швал обратиться. И он своей же точно скажет, так, давай-ка за счет прибыли, полученные на наши налоговые сбережения. Это реально, да? Это реальный механизм, который реально работает. Вопрос для кого? Да, надо быть. Ну, и, да, я дополню. Ничего страшного, полезное отступление. Я дополню, что у нас было с консультантом. Я тоже еще и расскажу, что мы решили самостоятельно это сделать, не обратившись вам к нашим юристам. Да? И какую ошибку мы допустили? Собственно, мы обратились к юристам, и юристы нам объяснили, что консультанты нам должны писать не только текст соглашения, но вообще сопровождать нас, оказывать сопровождение нам по полному циклу, то есть разрабатывать, выверять конкурсную документацию, разрабатывать, выверять все документы по проекту, то есть это обязанность консультанта, при этом в договоре у нас это было прописано. Но так как мы не спрашивали, консультант решил немножечко как бы сэкономить трудовые ресурсы, но потом ему все равно пришлось это сделать. В итоге, когда мы, собственно, обратились к нашим старшим товарищам. Да, это почему это все? Что надо пинать. Вот, не жалея, собственно, сил, не знаю, чего еще, но консультанты всегда пинают. Причем У Сбера на сайте есть даже вывешенный список аккредитованных консультантов, допустим, там, по ПЧП. У нас там раз в год проходит такой конкурс, и мы предварительно утверждаем там консультантов. Я могу сказать, что, несмотря на их заслуги, вот в один год комфортно с одним консультантом работать, а на следующий год уже не так. Почему это происходит? Потому что у него фокус внимания, это все люди, конкретные люди, да, и у него может фокус как-то перейти с себя на кого-то другого, там еще что-то. И поэтому любых консультантов нужно пинать и контролировать. В этом смысле очень важно, чтобы у вас внутри вашего ведомства, организации, был человек, отвечающий за правильную работу консультанта, проверяющий его выполнение работы. И это звучит, конечно, глупо, что за ваши деньги вы еще проверять должны. Если не будете проверять, ни один, даже самый суперконсультант не сделает работу так, как вам надо. Это важное условие. И еще такой нюанс, вот, в общем, первое, что мы делаем, да, от идеи, когда у нас возникла идея, мы определяемся с формой, как мы будем это реализовывать, там 44-й, 115-й, определились с формой, сформировали концепцию, значит, определились с механикой, там, кто это будет делать, что это должно быть. Дальше поняли, что какие затраты мы будем осуществлять, потом поняли, откуда мы будем деньги брать. Уже проделали вот такой большой путь, и на что мы натыкаемся, знаете, вот на такую банальную вещь, как налоговые последствия. Вот это то, с чем не столкнешься, пока не окунешься в проект, это те налоговые последствия, которые возникают при заключении концессионных соглашений. В частности, вот у нас проходил проект по структурированию социального объекта, объекта спорта. Мы его структурировали по коробке школы. Взяли коробку школы, посоветовались с Виктором Викторовичем. Можно, Виктор Викторович, можно, делайте. Значит, сели, переписали текст сами с клиентом, построили фигмодель, отправили фигмодель, в общем, старшим товарищам верификацию. И тут, значит, у нас возникают наши любимые налоговые последствия. К чему это привело? Это привело к изменению вообще концепции. Это привело к изменению платежного механизма и вообще к переписыванию текста. Вот. То есть
быть, что первично, да, что вторично. Может быть, это надо делать все в комплексе, сразу думать, откуда у вас будут источники и какие по этим источникам возникают новые последствия. Например, вот такое, что если из бюджета регионального выплачивается, например, фонд, на субсидия на субсидирование фонда оплаты труда, то затем эта субсидия должна облагаться НДС. Вот, если это плата концедента. То есть вы из одного из бюджета одного уровня деньги взяли, 20% бюджет другого уровня вернули. Такая схема. Ну, о чем еще? Здесь можно что добавить, что действительно вот наши первичные решения, они выверены, в том числе и с точки зрения налоговых последствий, но для конкретной отрасли. Если вы берете это коробочное решение как текст национального соглашения, как платежный механизм, и меняете его для каких-то новых объектов, то очень возможно, что налоговые последствия поменяются. Для концессий очень много исключений в налоговой кодексе. В частности, предусмотрено размещение НДС по строительным работам. Несмотря на то, что концессионер создает объект не в свою собственность, это не признается реализацией. Как следствие, он может разместить НДС со всей суммы капзатрат. Но порядок размещения НДС для разных отраслей, с учетом того, оказывают он коммерческие услуги, не оказывают коммерческие услуги, будет сильно отличаться. И это нужно обязательно учитывать. И, к сожалению, здесь и мы вам небольшие помощники, потому что мы не специалисты налогового права. Мы сами всегда заказываем налогового консультанта для тех или иных случаев, когда мы уже нарисовали конструкцию, то мы просим налогового консультанта дать нам рекомендации по налоговой схеме. Еще важно, что когда вам все-таки, если вы согласились, все-таки решились вызвать налогового консультанта, то не надо ему давать задание, ограниченное только запросами на формирование как бы, налоговых последствий. Дайте ему еще задание на вычетку вашего конституционного соглашения с точки зрения формулировок, с которыми потом концессионер или вы пойдете в налоговую инспекцию. Ну, такой банальный пример сейчас расскажу. В рамках конституционного соглашения создается объект недвижимости. Для того, чтобы все стороны были уверены в его стоимости, у нас предполагается, что в момент окончания работ строителем, который строит по контракту с концессионером, принимаются КС. КС, по идее, кто принимает? Заказчик и значит, подрядчик. Они подписывают КС как принятые работы. И на этой КС мы просим ставить подпись концедента. Почему? Потому что он тоже участвует в приемке работ и формировании стоимости на основе этих КС, соответственно, стоимости объекта соглашения. Так вот, в форме было написано, это уже не КС-2, а КС-11, было написано, что прием-передача объекта, там акт прием-передачи объекта, и там подпись поставил концедент. В этот момент времени налоговая сказала, так, это реализация. Он сказал, как уже конституционное соглашение, то реализация, это просто создали объект для оформления собственного государства. Нет, смотрите, прием и передача. Раз есть прием и передача, это реализация. Значит, НДС к размещению нельзя. НДС будет введен платить бюджет. Таких прецедентов какое-то количество. Буквально на одном слове вот такой глупо попадало. НДС это, конечно, не та история, которая хочется говорить. А можно практику по поводу снабжения? По поводу снабжения практику. У нас, наверное, здесь кейса нету. Что-то конкретно интересует, покажите. Значит, давайте я тогда попробую начать. Я попробую начать тогда, а вы дальше как бы посмотрите, что может быть из этого важно. Значит, первое, что касается водоснабжения водоотведения. Практически никогда нельзя сложить экономическую модель за счет действующего тарифа или даже его повышения. Особенно в водоотведении. Не хватает тарифа на возмещение затрат. Поэтому одной из ключевых задач при работе над проектом водоснабжения отведения является участие в этом фонде развития и содействия ЖКХ. Наталья, ты же планировала рассказывать, да? Сейчас открою ее. Отлично. Значит, что мы в этой части сделали с фондом? Значит, у нас есть несколько проектов, профинансированных совместно. То есть и мы, и фонд софинансировали проект. Мы знаем, уже имеем некую практику. Основная проблематика заключается в том, что мы как банк не хотим принимать решение о выдаче денег, пока фонд не утвердил выдачу денег,
А фонд не хочет принимать решение, пока банк не принял решение о выдаче. Никаких предварительных мероприятий формализации этого процесса до сих пор не было. Сейчас мы с фондом договорились, что мы получаем, да, как бы решали этот вопрос. Мы, например, там, на наши дружеские отношения получали от них письмо, например, что да, они знакомы с проектом, планируют его финансировать, и там сроки притёрши такие. Мы с этим письмом шли на своим бюрократам на комитет и говорили, вот смотрите, фонд нам подтверждает софинансирование этого проекта. И тогда мы выходили на комитет, принимая там решение о заключении кредитного договора с отлагательным условием выдачи денег. Отлагательным условием является заключение договора с фондом и как бы подтверждение финансирования уже на основе договора. Вот примерно такой механизм мы сейчас и хотим заложить в наше взаимодействие с фондом. Но мы прошли чуть-чуть дальше в этой истории. Мы договорились унифицировать документы, которые клиент, которые заемщик, инициатор, пенсионер подает в нашу организацию. Так, чтобы не получалось так, что он вынужден кипу документов готовить для банка и другую кипу документов для фонда. Сейчас мы договорились о том, что мы пройдем, они познакомились с нашей моделью, мы посмотрели их модель, сейчас мы унифицируем некоторые вещи, и клиентам будет один чек-лист на двоих, и для фонда, и для нас. Вот это как бы задача, которую мы сейчас займемся. И вторая задача, это, собственно, для получения документов, чтобы тот пакет документов, который клиент сдает нам, мы могли его также передавать, собственно, в фонд, и тот пакет, который сдал фонд, мог быть точно так же передан нам, чтобы мы могли его иметь. Потому что ключевая проблема в работе с фондом – это огромное количество бумажек, вечная необходимость где-то перед каким-то большим числом отчитываться людей, а если к этому добавляется еще и банк, то это следующая проблема. Собственно говоря, работу с фондом регулирует постановление правительства 1451. Сейчас в этом фонде порядка 13 миллиардов рублей. 13 миллиардов рублей. Это очень мало. Ты кого мало? Для России. Коллеги, вот практика показывает, что вопрос не по зарплате. Фонды не осваиваются в полном объеме. Да? Осваиваются эти. Почему такая сумма? Потому что у вас, например, Казань и набережные Челны не могут претендовать на поддержку этого фонда. На поддержку могут претендовать только города с численностью населения менее 500 тысяч человек. Правильно я сориентировалась по городам? Я можно быстро расскажу историю этого вопроса? Действительно, изначально такого ограничения не было. И кто пришел за поддержкой? Санкт-Петербург, Москва. Там, где выручка